интеллигентные люди, они все-таки заглядывают в лицо, да. В глаза, да? Насколько обезображено лицо интеллекта, как говорится, да? И поэтому нужно все внимание выводить в область лица. Каким образом можно увести внимание в область лица? Макияж, прическа. Чтобы одежда была не яркая, прежде всего, да? Чтобы не было элементов декора на одежде, потому что любой декор на одежде, какой-то там красная брошь, там, или какой-то мак красный, или какой-то красный пояс, условно, даже в этом образе, он автоматически привлечет внимание к моей талии, если я одену, допустим, пояс. Да? В этом случае важно, чтобы девушка была в монохромной гамме, и не было, опять же, вот этих вот нарощенных ресниц. Да? Яркой губной помады. То есть это должно быть очень натурально, естественно, чтобы привлечь внимание к интеллигентности этой девушки. То есть мы подчеркиваем ее интеллигентность.